На прошлом занятии мы с вами познакомились с архитектурой баз данных, сказали, что любая база состоит из трехуровневой архитектуры. Это уровень физических данных, или физический уровень, концептуальный уровень и уровень внешних моделей. Данная архитектура позволяет нам обеспечивать физическую и логическую независимость баз данных. Сегодня мы с вами познакомимся с моделями клиент-серверных СУБД. Посмотрим архитектуру СУБД клиент-серверных. И немножко коснемся вопросов параллельной обработки запросов. Мы знаем, что режим работы с базой данных зависит от того, какая у нас база. Да? Одна пользовательская, если она находится и база данных, и СУБД, и приложение на одном компьютере, либо многопользовательская. Причем многопользовательский режим также может быть последовательным и параллельным. Последовательный многопользовательский режим – это когда наша база данных, система базы данных, располагается на одном компьютере, и пользователи по очереди с ним работают. Если же у нас возникает ситуация, когда к одной базе данных необходим доступ нескольких пользователей одновременно, то мы говорим про параллельный режим работы с базой данных. При этом параллельный режим работы с базой данных можно выделить как режим с централизованной базой данных и с распределенной базой данных. Параллельный доступ к базе данных, к одной базе данных, нескольких пользователей, в том случае, если сама база расположена на одной машине, то соответствует режиму распределенного доступа к централизованной базе данных. Такие системы называют системами распределенной обработки данных. Если же база данных распределена по нескольким компьютерам, расположенным в сети, и к ней возможен параллельный доступ нескольких пользователей, то мы имеем дело с параллельным доступом к распределенной базе данных. Такие системы называют системами распределенных баз данных. Вообще сам термин клиент-сервер возник с принципом парадигмы открытых систем. Этот термин применялся к архитектуре программного обеспечения, которая описывала распределение процесса выполнения по принципу взаимодействия двух программных процессов, один из которых назывался клиентом, другой – сервером. Клиентский процесс запрашивал некоторые услуги, а серверный процесс обеспечивал их выполнение. При этом предполагалось, что один серверный процесс может обслуживать множество клиентских процессов. Основной принцип технологии клиент-сервер применительно к технологии баз данных заключается в разделении функций стандартного интерактивного приложения на 5 групп, имеющих различную природу. Первая группа – это функции ввода и отображения данных или презентационная логика. Вторая группа – прикладные функции, определяющие основные алгоритмы решения задач приложения, то есть бизнес-логика. Третья группа – функции обработки данных внутри приложения. Четвертая группа – функции управления информационными ресурсами. И пятая группа – это служебные функции, играющие роль связок между функциями первых четырех групп. Структуру типового приложения, работающего с базой данных, вы можете видеть на экране. Здесь у вас отдельно база данных и СУБД располагаются на сервере. У клиента презентационная логика, бизнес-логика, логика управления данными и служебные функции. Презентационная логика – это часть приложения, она определяется тем, что пользователь видит на своем экране, когда работает приложение. То есть это могут быть экранные формы, которые заполняет пользователь. Это все то, что выводится пользователю на экран как результат решения некоторых промежуточных задач, либо как справочная информация. Таким образом, основными задачами презентационной логики являются формирование экранных изображений, чтение и запись в экранной форме информации, управление экраном,
Обработка движений мыши и нажатия клавиш клавиатуры. Бизнес-логика или логика собственного приложения. Это часть кода приложения, которая определяет алгоритмы решения конкретных задач приложения. Обычно этот код пишется с использованием различных языков программирования, таких как, например, C++, C#, Delphi, Python. Логика обработки данных – это часть кода приложения, которая связана с обработкой данных внутри приложения. Данными управляет СУБД. Для обеспечения доступа к данным используется язык запросов и средства манипулирования данными стандартного языка SQL. Процессор управления данными – это, собственно, СУБД. Она обеспечивает хранение, управление базами данных. В идеале функции СУБД должны быть скрыты от бизнес-логики приложения. Также различают централизованную архитектуру и децентрализованную архитектуру СУБД. В централизованной архитектуре эти части приложения располагаются в единой среде и комбинируются внутри одной исполняемой программы. В децентрализованной архитектуре эти задачи могут быть по-разному распределены между серверным и клиентским процессом. В зависимости от характера распределения можно выделить такие модели распределения, как распределенная презентация, удаленная презентация, распределенная бизнес-логика, распределенное управление данными и удаленное управление данными. Выделяю 4 подхода, реализованных в моделях клиент-сервер. Это модель файлового сервера, модель доступа к удаленным данным, модель сервера баз данных. Вот эти 3 подхода говорят двухуровневые модели, по-другому называют. Двухуровневая модель фактически является результатом распределения 5 функций, которые мы указали выше, между 2 процессами, которые выполняются на 2 платформах, на клиенте и на сервере. А вот модель сервера приложения уже относит к 3-уровневым моделям. Не путать с архитектурой баз данных. Итак, рассмотрим поподробнее. Первое – это модель удаленного управления данными или модель файл-сервер. На прошлом занятии мы с вами сказали, что данная модель характеризуется тем, что база данных у нас находится на сервере, все остальное находится у клиента. Здесь запрос клиент отправляет в базу данных через систему управления файлами. Минусы очевидны. Это большая нагрузка на сеть, если нам необходимо обратиться к базе данных, и мы будем вынуждены брать всю базу данных как копия. Это требования к аппаратной части клиента. Это узкий спектр операций манипулирования с данными, так как данным можно обращаться только через файловые команды. Это отсутствие адекватных средств безопасности доступа к данным. Это может быть несогласованность приложения, так как бизнес-логика находится у клиентов, у каждого клиента. Для решения этих проблем возникла такая модель, как модель удаленного доступа. Или модель доступа к удаленным данным. Здесь, в отличие от предыдущей модели, на сервере хранится не только база данных, но и база метаданных и СУБД. А у клиента лишь презентационная логика, бизнес-логика приложения, ну и связующие функции. Клиент обращается к серверу и базе данных через SQL-запросы. Эта модель, естественно, лучше предыдущей, но и она не лишена недостатков. Если вдруг возникает ситуация, что клиентские приложения интенсивно стали отправлять запросы базам данных, то есть SQL-запросы, то существенно можно загрузить сеть. Это один недостаток. Второй недостаток.
В этой модели на клиенте располагается презентационная логика и бизнес-логика. То есть при повторении аналогичных функций в разных приложениях код соответствующей бизнес-логике должен быть повторен для каждого клиентского приложения. Это вызывает излишнее дублирование кода приложений. Ну и еще один недостаток основной. Здесь сервер является пассивным. Он лишь обеспечивает запросы клиентов, но обеспечивает хранение и управление данными. То есть сам сервер ничего не считает, не вычисляет, не является активным. Для того, чтобы избавиться от недостатков модели удаленного доступа, должны быть соблюдены следующие условия. Во-первых, необходимо, чтобы база данных в каждый момент отражала текущее состояние предметной области, которое определяется не только собственно данными, но и связями между объектами данных. База данных должна отражать некоторые правила предметной области, законы, по которым она функционирует. Необходим постоянный контроль за состоянием баз данных. Необходимо, чтобы возникновение некоторой ситуации в базе данных четко и оперативно влияло на ход выполнения прикладной задачи. И необходимо, чтобы СУБД контролировал тип данных, которыми работает база данных. То есть контролировала именно пользовательский тип данных. Данную модель, которая бы удовлетворяла всем этим требованиям, обеспечивает модель данных, которая называется модель сервера баз данных. Как она была реализована? Модель сервера баз данных, в отличие от предыдущей модели, хранит на сервере хранимые процедуры, обработку общих сообщений, триггеры, само СУБД, базу метаданных и базу данных. То есть, в отличие от предыдущей модели, на сервере мы еще храним триггеры и хранимые процедуры. То есть, здесь идет не обращение по SQL-запросу к серверу, а вызов хранимых процедур. То есть, а мы знаем, что вызвать любую процедуру либо функцию – это намного проще, нежели передать всю процедуру либо функцию. Четвертая модель, модель сервера приложения, это считается уже трехуровневой моделью. Здесь появляется дополнительный компонент, сервер приложения, который находится между сервером базы данных и клиентом. В этой модели сервер баз данных занимается исключительно функциями СУБД, то есть обеспечивает функции создания и ведения баз данных, поддерживает целостность базы данных, обеспечивает функции хранилищ данных. Также занимается такими вопросами, как резервная копия баз данных, восстановление баз данных после сбора. Все остальные функции, присущие СУБД, хранятся на сервере приложения. То есть это промежуточный уровень между клиентом и сервером баз данных. Но так как с единой базой данных одновременно могут работать несколько клиентов, то возникает вопрос о параллельном обработке запросов. Различают такие типы параллелизма, как горизонтальный параллелизм, вертикальный параллелизм и гибридный параллелизм. Что это означает? Горизонтальный параллелизм – это параллелизм, возникает, когда хранимая в базе данных информация распределяется по нескольким физическим устройствам хранения, то есть по нескольким дискам. При этом информация из одного отношения разбивается на части по горизонтали. Этот вид параллелизма иногда называют распараллеливанием или сегментацией данных. Параллелизм здесь достигается путем выполнения одинаковых операций. Например, операция фильтрации над разными физически хранимыми данными. Эти операции могут выполняться параллельно разными процессами. Они независимы.
Результат выполнения целого запроса складывается из результата выполнения отдельных операций. Вертикальный параллелизм достигается конвейерным выполнением операций, составляющих запрос пользователя. Этот подход требует серьезного усложнения в модели выполнения реляционных операций ядром СУБД. Он предполагает, что ядро СУБД может произвести декомпозицию запроса, базируясь на его функциональных компонентах, и при этом ряд подзапросов может выполняться параллельно с минимальной связью между отдельными шагами выполнения запроса. Третий вид параллелизма является гибридом двух рассмотренных типов и наиболее активно применяются все виды параллелизма в OLAP-приложениях, где эти методы позволяют существенно сократить время выполнения сложных запросов над очень большими объемами данных. С типами параллелизма мы познакомимся более подробно позже, когда будем рассматривать запросы. Итак, на экране вы видите вопросы для закрепления, на которые нужно ответить. Подведя итоги, можно сказать, что мы знаем, что клиент-серверная архитектура это архитектура баз данных, когда на сервере хранится база данных СУБД. У клиента может храниться презентационная логика, может храниться бизнес-логика, может храниться логика обработки приложений, ну и специальные функции, которые обеспечивают связь между всеми компонентами. В зависимости от того, где находится бизнес-логика, различают несколько моделей клиент-серверных СУБД.